Добрый вечер, подписчики и гости канала. Пришла пора зимних праздников, а также, значит, пора дарить подарки и разыгрывать ценные призы. Хочу представить вашему вниманию розыгрыш DLC для игры Fishing Planet. Это DLC у нас Sport Carp Pack, в который входит карповое удилище, входит карповые наживки и прикормки. Также в него входят дополнительные слоты и 20 биткоинов. Следующий пак — это донный пак, спорт ботом пак. В него входит прекрасное донное удилище с наживками и крючками. И винтер пайп пак, в который входит 7 дней премиум аккаунта, лицензии на водоемы, 40 тысяч кредитов и 20 биткоинов и набор из двух удилищ спиннинговых, одно на 20 кг, второе на 6 кг. И наживок для ловли щуки. Такой вот прекрасный пак, который будет прекрасной возможностью выиграть у вас. Также, кроме паков для Fishing Planet, будут разыгрываться два пака для игры The Fisherman. Это новая игра, которая была выпущена на основе Fishing Planet, ну, с небольшим отличием, дальше по которому мы поговорим. Что будет в эти паки входить? Это два удилища, одно спиннинговое, второе кастинговое, лодка, ну и набор небольшой там байткоинов и денег. И второй пак, Trophy Catch Pack. Он аналогичный предыдущему, просто идет у него чутка другой цвет. Удочки также идет одна спиннинговая, одна кастинговая в районе 20 кг. Чехол для удочек. Ну, нету в нем лодки. Единственное, что, ну, как бы, лодка не всегда критична, хотя было приятно. Но самое главное призом этого розыгрыша будет игра The Fisherman. Те, кто еще не успел ее получить, не успел приобрести, будет возможность выиграть ее в этом розыгрыше. Чем эта игра отличается от Fishing Planet? Это наличием одного уникального водоема, река Крёз во Франции, которая находится, и четырьмя дополнительными видами рыб. На реке Крёз есть очень много разных вариантов рыб. То есть тут будет что половить как опытному рыболову, так и начинающему. Половить тех же самых сомов трофейных, половить уникальных судаков. Попробовать себя на ней в виде троллинговой рыбалки, которой ранее я делал обзор. Тут очень удобный спуск, можно полностью спуститься по всей реке, используя троллинговую рыбалку, и при этом, вот, спустившись, неплохо наловить. Как будет происходить розыгрыш? Для начала розыгрыша нужно будет видео, которое анонсирует этот розыгрыш, разместить в социальных сетях, подписаться на канал и подать заявку на сам розыгрыш. Как мы будем подавать заявку? К видео будет прикреплена форма регистрации, перейдя по которой вы сможете заполнить простую форму в Google Доках и тем самым подать заявку на регистрацию. Эта форма нужна для того, чтобы, когда вы выиграете, было понятно, кому отправлять подарок и понимать, в какой из видов розыгрышей вы будете участвовать. В форме идет в начале правила розыгрыша, дальше идет указание, какой у вас игры есть, то есть у вас ли Fishing Planet, есть ли у вас The Fisherman. Указывайте ссылку на свою страничку в социальной сети, где была размещена ссылка на видео. Указывайте ваш ник YouTube, с которого вы подписались на канал, чтобы мы могли вас идентифицировать. И указывайте ваш Steam аккаунт, ссылку на ваш Steam аккаунт, чтобы на него можно было в случае вашей победы послать подарок. Подарок будет отсылаться через систему Steam в виде обычных подарков, которые вы сможете принять по итогам розыгрыша. И вы выбираете, в каком розыгрыше хотите участвовать. DLC для Fishing Planet, DLC для The Fisherman или самой игры The Fisherman. Можно сразу выбирать все три, участвовать во всех трех номинациях и побеждать. Розыгрыш будет проходить 21 декабря, в субботу, в прямом эфире. Все участникам будут присвоены номера, и пользоваться рандомом будем выбирать победителя.
Использовать будем обычный Google Random, то есть мы вводим, например, у нас будет 100 участников, от 1 до 100 сотого, и нажимаем «Сгенерировать». Google нам генерирует случайное число, и, соответственно, этот пользователь является победителем. Также это будет проходить по каждому из паков, будем называть пак какой, и вводить число победителя. Победители после объявления розыгрыша, который будет проходить в прямом эфире, получат свои подарки в течение нескольких часов. Так что пробуйте, играйте, выигрывайте. До новых встреч. Всего самого лучшего.